представление о том, что такое человек, оно переосмысляется постоянно. Все время это меняется. Знаете, человечество после «Хрустальной ночи», особенно после того, как осознало, что был Холокост, проснулось совершенно другим. Казалось бы, все уж про человека известно и изучено. Раз, оказывается, неизвестно. Или наоборот, всегда все было известно. Просто не верили каким-то пессимистическим выкладкам. Поэтому, мне кажется, человек равен себе всегда во все времена. И в своем хорошем, и в своем плохом. А наша задача просто пытаться дотягиваться до хорошего и подавлять себе плохое. И это, собственно, и есть та работа, которую каждый человек, живущий на Земле, над собой проделывает. Кто-то с большим успехом, кто-то с меньшим.